То есть мы абсолютно открыты для обсуждения любых вопросов. Сегодня у нас в повестке, да, стояло два вопроса. Вопрос юридического как бы характера и второй вопрос к руководителю управления Федеральной миграционной службы. Формируйте, пожалуйста, следующие как бы вопросы к следующей повестке, мы будем отвечать. По всем вопросам, то, что передано, мы, естественно, там на следующем заседании подготовим ответы с цифрами, мотивированные, подкрепленные фактом, в том виде, в котором вы хотите. Извините, а вот вопрос, на который не ответили, насколько вот законна отмена референдума? Пожалуйста, хотелось бы услышать комментарий вопрос юриста. Вопрос юридической рамки, я да. передаю, пожалуйста, микрофон. Дело в том, что это пробел, безусловно, пробел в законе. Это, безусловно, пробел, который можно устранить одним из видов устранения, собственно говоря, пробелов. В том числе, действительно, разъяснение Верховного Суда, хотя я бы не стал его настолько однозначно здесь приводить пример. Я предлагаю сделать следующим образом. Чтобы сейчас мне голословно не говорить, а потом с места будет кто-то из моих коллег-юристов, видимо, тоже получивших высшее образование и красный диплом, видимо, чтобы как-то апеллировать, чтобы это не превращалось в такой базар, я предлагаю сделать следующим образом. Я в течение одного, максимум двух дней передам в администрацию заключение моей коллеги-адвокатов, которое предоставлялось и, собственно говоря, в администрацию Московской области. И каждый из вас, кто захочет, может посмотреть это заключение. Я думаю, Алексей Николаевич обеспечит возможность, где-то на входе висело это заключение по поводу референдума. На сайте, но это уже вопрос. Да. Вопрос совершенно технологический, и в течение одного-двух дней я передам это тогда в администрацию города, и вы дальше можете будет апеллировать. Давайте возвращаться к этому снова или снова. Что касается более масштабного вопроса, в этом исключении, сразу оговорюсь, будет доказана правота все-таки позиции прокуратуры с нашей точки зрения. Есть великие теоретики права, которые тоже говорят о пробелах в этом самом праве. Также в зале должен находиться Дунаев Андрей Геннадьевич, адвокат. В рамках тех вопросов, которые были заданы на предыдущем нашем круглом столе, мы, естественно, подготовили ответы и готовы будем ответить на них. Можно я выступлю? Ну, давайте. О, отлично, тебя. Принимаю внимание. Это наш. Добрый день, уважаемые участники. Молодой человек. Женщина просит уступить. Да. Ну, я быстро, у меня 2 минуты. Я вообще не задержусь. Я сейчас представлюсь. Я Василий Доронин, уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума. Пользуясь случаем, я хочу сообщить публике, в частности депутатам, о том, что первое. Своим бездействием в плане принятия решений по регистрации инициативной группы по проведению референдума Совет депутатов нарушает закон Российской Федерации. Заявление об этом направлено в районы прокуратуры. Прошу Совет депутатов завтра на внепланом собрании Совет найти возможность принять данное решение. Второе. Хочу сразу предвосхитить выступление тех, кто будет утверждать, что в данном вопросе объединение уже все решено. Нет, не решено. И наши гости это тоже подтвердят, что ничего не решено еще. Сам губернатор уверял, что мнение горожан будет учтено. Тот же самый ответ пришел из аппарата президента. Мнение жителей будет учтено. Каждый выходной в течение месяца нами проводился и будет проводиться дальше опрос граждан, результаты которого следующие. Опрошено более 6% горожан старше 18 лет с активной жизненной позицией. 99 опрошенных поставили свою подпись в графе «Против объединения». У нас эти подписи второй. Мы вообще их представим. Вот, можете ознакомиться. Здесь все подписи имеются. Сейчас я договорю, я закончу. Около 2000 подписей. Поэтому вопрос только прорабатывается. И мы должны показать его несостоятельность в плане здравого смысла и интересов горожан. А вопрос следующий. Каков вообще правомочный статус и цель мероприятий, подобных этому? Месяц назад было первое заседание. Сразу вы ответить не смогли, сегодня, возможно, вы ответите. Однако, юрист Дунаев, он здесь присутствует у нас сейчас в аудитории, обещал в течение пары дней подготовить юридическое обоснование того, что референдум незаконен. Где это обоснование? Его не было. Его не было. В администрации не было. Обещания. А если в малом не держите обещания, то что говорить? Мы обращались в администрацию, его не было. В статье 28 федерального закона 131. Подождите, про трамвай мы слушали.
Не надо, мы вас не хотим слушать. Включите микрофон, пожалуйста. Спасибо большое. Вы тратите деньги, уважаемые жители. Не надо, по поводу всех. Тихо. Владимир Петрович, да, еще раз, да, я забрал микрофон молодого человека, поскольку мы сегодня, да, обсуждаем еще раз, совершенно другой вопрос. Я просил вас, да, очень, да, прошу вас, да, все юридические рамки, да, и все другие вопросы. В конце нашего сегодняшнего совещания мы остаемся здесь и ответим на них. Спасибо большое. Передаю микрофон Кравченко Татьяне Ивановне. А давайте закончим. Пусть закончим. Да, закончим градостроительно и перейдем к основным.